Сьогодні просто бачив, ось ми там дивилися. Ну і тепер також будемо розмовляти про цю ж тему, але трішечки про іншу собаку. Про жовту та про земляну, яка на нас чекає в наступному 2018 році. І для цієї бесіди ми вирішили долучити нашого езотеричного експерта Світлану Нехорошу. Доброго ранку, пані Світлана. Доброго ранку. Пані Світлана, ну хочемо ми ось нарешті розібратися, що ж це за песик такий земляний та жовтий, та як його зустрічати правильно? Так, ну все мы знаем, что в китайский календарь это каждый год предназначен какой-то живности. Вот в этом году, 2018, это у нас земляная желтая собака. Как встречать Новый год? Ну, во-первых, встречать Новый год все мы знаем, что обязательно должно куча блюд на столе. Чем богаче, тем успешнее Новый год будет. Желтая собака, что предвещает нам в следующем году, в 2018? Все мы знаем, что собаки... Если к ним хорошо относиться, то, естественно, и собака будет отдавать себя полностью человеку добро, верность. Это все для собаки присуще. Если мы будем, как вот идут люди, говорят, почему на меня кидается собака? Потому что идет человек и сразу уже инстинктивно начинает ее бояться, начинает махать, кричать. Естественно, собака воспринимает это агрессией и тоже начинает кидаться. То есть, если мы будем хорошо относиться к своим близким, на работе, к людям, которые нас окружают, значит, и год для нас тоже будет успешным и хорошим. То есть, дарую хороший настрой, позитив, и это тебе да, все повернется. Да, и все это вернется, конечно. Поэтому собаки – самые преданные наши животные, друзья, и поэтому я надеюсь, что в следующем году каждый, кто очень любит собак, ну, пусть даже не очень любит, но хорошо к ним относится. А в яких сферах життя собачка така є найбільшою покровителькою? У чому нам посміхатиметься удача у цьому майбутньому році? Во-первых, это дружба, любовь, семья, семейные отношения, потому что собаки любят стаю, все это стайное животное. Дом очень любит, чтобы ее любили, ласкали, оберегали. Поэтому, естественно, и семья, любовь. Также и финансы, потому что, естественно, если не будет финансов, собаку кормить нечем. Собака любит сытно поесть, сытно поспать крепко, поэтому обязательно финансы тоже будут присущи. В этом году, кстати, нельзя дарить женщинам украшения на шею. То есть это ассоциируется как бы с ошейником. Собаки не очень любят ошейники. Лучше подарить кольцо, сережки, но ни в коем случае не что-то на шею. То есть парубки, утримайтеся цього нового року від такого подарунку, як ланцюжок, кольє. Давайте сережки, давайте кільця, каблучки, діадему. І сразу замуж. А таке от питанечко щодо подарунків. Ви кажете, дівчатам не можна дарувати ось на шию, а хлопцям кроватки, метелики. Колье. Все, что связано с шеей, нежелательно. Мужчинам еще нельзя дарить что-то из инструментов. Потому что инструменты, естественно, тоже вызывают агрессию у собаки. Поэтому лучше что-то там, лучше кружку какую-то подарить, там, пакетик чая, кофе, все что угодно. Детям обычно... А мне не подобается, нам колье, а вам пакетик чая. А вам пакетик чая. Да. Детям, особенно маленьким детям, вот обычно на праздники дарят там живность какую-то. Хорошо очень, естественно, щенка подарить. Ни в коем случае ничего не связанное с котами. Потому что собаки не любят котов, и поэтому кошку они не воспринимают. Поэтому котенок, какие-то игрушки котята лучше пока не дарить. И еще нежелательно дарить ребенку что-то дорогое. Потому что собака не принимает, насколько это дорогой подарок, недорогой подарок. И главное, ваше отношение к ней. Пусть это даже будет что-то самое дешевое, самое простенькое, обычный шарик воздушный, но он будет с душой, с сердцем подаренный. Это намного больше воспримется, чем вы подарите какой-то айфон там дорогой. Пані Світлана, ви сьогодні полегшили життя усім-усім. Парубкам кольє не дарувати, вам взагалі кава, чай і дитині можна якийсь пустячок подарувати. Айфон також нельзя дарувати, дівчат. Там
Так, Люба. Дівчатам можна. Айфон, он не на шею вішається. Світлана підтверджує, дівчатам можна. Пані Світлано, ну, що потрібно бути на столі, на ялинці, щоб ось ця жовта земляна собака прийшла задоволенню в наші домівки та до нас? Ну, одно название «желтая собака» уже говорит о том, что желательно больше желтого цвета на елочках, украшения желтые, коричневые, потому что земляная. Что-то связанное вот с землей, цвета земли, зеленое, это тоже то относится. В тренде у нас золотавый колер. Да, да, то есть золото – это очень хорошо. На столе что нам, оливье выкладать, как собачку? Оливье, ну почему, не обязательно там, как собачка. Собачка любит любые блюда, главное, чтобы там присутствовало побольше мяса. О, ну, то мы запекаем мясо. Мясо, обязательно мясо, что-то связанное с мясом, рыбу тоже собака любит. Ну, зелень тоже нужна, фрукты какие-то, потому что витамины никто не отменял, и собачке тоже желательно витамины кушать, зелень какую-то. Так, теперь. До речи, обдягти что? Одевать. Одевать можно все, что угодно. Ну, естественно, больше предпочтение, опять же, желтому золотистому цвету, желательно золотистые какие-то украшения. Если кто-то их не приемлет, желательно серебро не одевать в этом году. Угу. На Новий год, зустрічає Новий год. Це наш рік, дівчата. Ну, все складається на нашу сторону. Мужчина якраз подарить золото і одіває. Я чекаю, коли все ж таки наш буде рік, чоловіки, коли нам будуть дарувати пакетик золото, чаю, каву, все. Кстати, собаки очень любят мужчин. Вот, может быть, кто имеет собак, обратили внимание, что женщин, да, они любят, но к ним относятся более как-то вот, как подруги. Мужчина – это хозяин, она знает, мужчина сказал, значит, мужчина сделал. И поэтому собаки очень любят мужчин, и мужчинам должны задобрить в этом году собаку. Тобто цей 2018 рік, він буде дуже добрий для чоловіків, для одруження та для якихось фінансових справ, так? Да, в общем, во всех сферах, скажем. Тобто, Кирил, можна одружитися та розпочинати свій бізнес. Давай, Микито. Обязательно. Вдачі тобі, одружися, розповіш, як воно. А насправді ж правильно ми розуміємо, що цей рік собачки жовтої земляної, він вступає не з 1 січня, насправді він дещо пізніше до нас прийде, десь у лютому. В феврале он приходит, по-моему, в 20-х числах, точно я не помню когда, но именно в феврале вступает в силу по китайскому календарю год земляной собаки. Поэтому у нас еще есть время до февраля задобрити. Приготовить подарки, ну, задобрить собачку. Ну, подаруємо, а то на Новий рік. Трішки пізніше. То буде вже 14 лютого, то вже буде День закоханих. А вам знову кольє потрібно готувати. Кольцо, кольцо, не кольє. А у каблучку, Світлана правильно підказує, потрібна каблучка. Да, і ще хочу сказати, коли украшаєте ёлку, шарики, вешаете шарики, обязательно что-нибудь должно быть изображение какой-то собачки, опять же, или игрушка с собачкой, или сама картинка с собачкой, или рядом поставить возле Деда Мороза собачку, опять же. И когда будете разряжать елку, обязательно вот эту вот игрушку с собачкой, конечно, это будет отлично, если будет новогодний шарик с изображением, снять его последним, когда будете разряжать елку, и обязательно загадать вот это вот желание свое, самое сокровенное, на вот эту игрушку. И потом повесить его, желательно в коридоре возле входной двери на весь год. И все кинулись скупляти, шукати ту іграшку з собачкою. Пані Світлано, що до іграшок собачки? Ми бачимо сьогодні, ви, як завжди, Это веночек. Все мы знаем, что принято вешать веночки рождественские на двери, на окна, на стены, для того, чтобы задобрить духов добра. Ну и собачка у нас присутствует, чтобы собачке тоже было комфортно в нашем жилище. И чтобы она нам принесла удачу, успех, любовь. Что побажаете усім на цей Новий рік, який вже ось-ось до нас буде приходити? В этом году я желаю, самое главное, любить друг друга, не ругаться, не скандалить, а все остальное придет. Ну и, естественно, здоровье, это обязательно, куда ж без него. Дуже дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, розповіли нам дуже багато цікавинок, до яких я точно буду прослухатися. Вже сьогодні піду шукати іграшку із собачкою, куплю золотаве собі платтячко. Або цілу собачку знайди, так раз. Так, і лабрадорчика хочу золотавого. Я хочу. Пані Світлано, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадую, з нами була в студії наш езотеричний експерт Світлана Нехороша.